Девчонки, здравствуйте. Здесь парень тоже, сам. Здравствуйте. Завтра 8 марта. Вас уже кто-нибудь поздравлял с 8 марта? Нет. Никто не поздравлял? Ну, вот вас просто слишком много трое. Она не хочет быть, да, в камере? Ты тоже уходишь? Можем тебя поздравить с 8 марта? Завтра 8 марта. Поэтому смотри, такой фокус-мокус. И вот так вот. Поздравляем тебя с 8 марта. Всего хорошего, женщины, девушки у нас самые лучшие. Спасибо большое. Спасибо, что вы есть. И почему живой цветок? Потому что вот каждый раз, когда ты будешь на него смотреть, ты будешь вспоминать, а вот этот блогер подарил мне его. Так что, братва, дарите живые цветы. Все, спасибо, всего хорошего. До свидания. Алло, моя Гензи. Эрти Фиклин Джимар, ты на ногу решил очень сегодня. Поздравляем вас с наступающим 8 марта. Ты на ногу, вот он. Вы, женщина, самые лучшие. Девушка, нет, завтра 8 марта, хотели вас поздравить как раз по цветам цветы. С 8 марта, спасибо, что вы есть. Тыкать вот вот, пожалуйста. Кенджи. Эрти, тыкать март байрами, энелер бит физикати фи яр, повор яр, шоу чуни, тыкать март байрам вот вот. Тауалам, тамил хасра. Боли, алки дыма, вот иди, тауалам. Какой завтра день недели? Какой день недели завтра? 8 марта. И что это значит? Это значит Всемирный женский день. С праздником, девчонки. У вас, конечно, двое, просто последний цветок остался. Поэтому можете камень-ножницы или шишел-пышел и там дальше, короче, поделиться. 8 марта, девчонки, с праздником. С праздником, девочки.